Так, ну что ж, всем привет, с вами Артём, и у нас сегодня на обзоре мод на Minecraft Pocket Edition 0.12.2 Ледяной Дракон. Так, создадим новый мир, плоский, чтобы меньше подлагивало из-за шейдеров. Так, вот, видим, что тут надпись такая появляется. Мод Dragon Eyes B Nathan Review B. То есть сделал его Nathan. Так, и как же он крафтится, этот дракон? Да-да, он крафтится еще. Так, в общем, нужен лазурит. Нужны снежки, по-моему. Сейчас, где снежки? Так, вот снежки. И голова Стива. Может, это не голова Стива, может, это уже готовый дракон. Да, это готовый дракон. Так. Верстак. Да, он на верстаке крафтится. В общем, вот. Ага, нужен один лазурит и сколько там? 8 снежков. Так, вот так он крафтится. Вот это наш замечательный дракон. Сейчас давайте возьмем меч. А то я не знаю, с какой силой он взрывается. Я видел, что он взрывается там. Да. Вуаля, вот наш дракон. Ледяной. Это вообще... Это по... Что? Извиняюсь. Че ж ты вылетел? Ладно, я думаю, на выживание мы не попробуем его победить. А вот в креативе вполне возможно. Вполне возможно. Так, креатив. Вот, дракоша. Даже два. Ни хрена себе, какой кратер сделал. Правда, мы в плоском мире, этого всего незаметно, но конкретно так рванул. Ой. Да, круто. Интересно, можно ли его приручить? Сейчас, где тут седло? Вот седло. Скорее всего, нет, потому что это мог паук, а не свинья. Даже свинью пока что приручить нельзя. Чтобы на ней можно было кататься. Но вот прикольный такой. Так, я не знаю, может быть, вот эти котлованы связаны с модом? Что? Чебака де Драго. Да, это связано с этим модом. Может быть, это надо яйцо там варить, что ли? Не знаю. А ну-ка. Возьмем воду. Ух ты. Видите, это баг воды, наверное, такой. Надо. Заливать воду, к сожалению, нельзя. Чё, так я не понял, зачем этот котлован? Может, туда можно вещи кидать? Хм. И вещи нельзя кидать. Не знаю, бред какой-то. Может, это ошибка кода или чё-то там. Хотя там написано, что это для дракона. Ну, в общем, не знаю, для чего это. Ну что ж, это, наверное, все, что он умеет. Сейчас давайте последний раз попробуем убить его в выживании. Если не вылетит. А, ну блин, почему-то вылетает.
Странно. Ну ладно. Ну что ж, на этом, думаю, можно закончить. С вами был Артём. Ставьте лайки и всем пока.